Добрый день. Добрый день. Вы дворник? Да. Тяжелая работа у вас? Очень. Много мусора, да? Да. А как вы думаете, кто мусорит? В який час это происходит чаще? А, это студенты. А потом, я что вам хочу сказать? Из дома идут муж и жена с подручкой. Я же сколько, я их уже споймала. Идут, пакет бросят и идут. С домашним мусором? Да. А здесь баки есть где-то мусорные рядом? Конечно. Вон, видите, бак. И все равно люди так поступают. Совершенно плохо. Верно. В общем, я вам что хочу сказать. В общем, поколение в отрицательном виде. Никто не воспитывает, никто ничего не подсказывает. Мы что-то в детстве придем со школы и переоденемся, бегим на буряки помогать матери. А сейчас какое поколение? В отрицательном виде, потому что они богатые. У них нету сознательности работать. А вот скажите, пожалуйста, чаще всего молодежь мусорит днем или ночью? Вот такой вопрос. Да и днем, а ночью так вообще. И какого характера чаще всего мусор остается после них? Вы знаете что? Мне неприятно даже говорить. Говорите как есть. Глупости. Ничего страшного. Такие делают на лавках. И трусики забывают, и все на свете. Да вы что? Я вам серьезно говорю. Скажите, семечки часто лускают? Як? Семечки часто лускают? Ой, ой, я говорю, вот это хоть семечки их выручают. Есть то хочете, не? А. И вот семечки грызут и курево. Семечки и курево в основном, да? Да, больше ничего, им есть как хочется. И вот, пожалуйста. Спасибо. Порошенко спасибо нам... вам, да? Сынок, Порошенко нам ничего хорошего не делает. Обещал, я голосовала за его. Что он сделал для нас? Мне просто так, сколько я слез вылила за этих солдатов, что они забирают молодежь и там убивают. Как это так поступить неправильно? И даже не допускают, чтобы до него подойти, побеседовать. Хотела с коллективом пойти, до его в Киев поехать. А вы не пробовали, когда памятник Мазепе открывался, подойти не, к нему? Я на работе была. Вы на работе да. были, да? Я до 2-3 работаю. А утром со скольки? Я в 6 часов должна здесь быть. В 6 часов вы уже на работе, да? Да. Мастер подъезжает, меня лицо увидела, я поблагодарила и поехала она. А Парк Победы сам вы не убираете? Только нет, я Парк Победы. Только аллейка вот здесь, да? Да. Там из биржи там убирают, сынок. Спасибо. Там с биржи. Спасибо вам за вашу работу, за чистоту. Спасибо.